я догадываюсь, что это политический заказ, скорее всего, потому что взятки берут у нас повсюду и все, во всех краях и в областях, это знают все. А что касается мэров вообще, я знаю, например, мэра одного города, которого также недавно сняли. Это мэр города Красногорска, который ходит теперь с портфельчиком, как неприкаянный. Его тоже выкинули за то, что он чистил улицы, за то, что он строил, убирал дворы. Он вел правильную политику. Тут же его убирают по такой же абсолютно статье, по обвинению во взятничестве в какой-то там смешной миллион рублей. И тут же ставят человека, который ничего не делает, понимаете? Вот что меня убивает. То есть это... удивительная политика разрушения государства. Когда уже товарищи наши сверху будут созидать? Я вот все жду этого момента, не дождусь.